Добрый день, уважаемые рыболовы! Сегодня такая тема для ролика. Соберем спиннербейт очень быстро из подручных и подножных материалов. Хочу сразу оговориться и предупредить, что этот способ особенно хорош для изготовления мелких и среднего размера спиннербейтов. Приготовьте небольшую картечину. Нужный вес выбирайте сами. Крючок, вертлюжок, тонкую проволоку, медная, диаметр 0,25 мм. Заводное кольцо, булавку английскую, лепесток изготовим в последнюю очередь, вернемся к нему отдельно. Булавку освободить от защелки, верхнюю часть отформовать как на фото, нижнюю острую часть коромысла изогнуть как на фото и примотать проволокой к цевью крючка. Картечно дробинку обжать по булавке выше колечки крючка, так чтоб колечко крючка оказалось ниже дробинки, а края щели в картечь плотно прилегали один к другому, чтобы дробинка не проворачивалась. Нижняя часть коромысла предварительно изгибается по образцу. Дробинку лучше открасить на крюк вместо силиконовых юбок и резинок, примотайте мех. Теперь займемся вращающейся частью, возьмем пластик. Бутылку небольшого объема до 1 литра, в таких бутылках пластик толще. Лепесток вырежем из той части, что ближе к донышке, а отверстие под заводное колечко можно создать нагретой проволочкой. Теперь остается только присоединить лепесток к получившейся приманке. Кривизна лепестка, если место выкройки выбрано правильно, как правило, не нуждается в регулировке, но если возникают вопросы с вращением, то можно и регулировать кривизну, осторожно подогревая лепесток на пламени зажигалки. Прощаюсь с вами до следующих видео.